Прошу всех остаться у дверей. Грубе. Ой, какой ужас. Это, кто же это сделал? Ой, нет, вы подумайте, что сделали. Что ж, начнем, товарищ Долмана? Начнем. Видно, преступники торопились. Да, все перевернуто вверх дном. Ну, что скажете, доктор? Комбустио фаци. Сплошной ожог всего лица. Следы воздействия кислоты на небе и в гортани. Давно? Лежит приблизительно 2 или 3 дня. Так. Применена серная кислота с сильной концентрацией. Вы соседка? Да. Фамилия? Балладе. Ольга Балладе. Когда в последний раз ее видели? Ну, это было... Я встретила ее во дворе, грубо шла из магазина. Мы с девочкой собирались поехать на взморье к моей матери. Да, это было в среду в 10 утра. И после этого вы ее больше не видели? Нет. Это вас не удивило? Не в первый раз она отлучалась из дому. Иногда ее по месяцу не было. А вы криков не слышали? Нет. Я слышал. Подойдите, пожалуйста. Найдут убийцу. Когда слышали? В этот четверг, примерно в полночь, я провожал гостей. Еще подумал, что опять грубо с соседкой поссорились. А вы где были в ту ночь? Я? Была здесь. Мы весь вечер просидели у телевизора. И ничего не слышали? Нет. Товарищ Долмане. Да. Тут 3 отчетливых отпечатка пальцев. Что-нибудь характерное? Да, их могла оставить женщина. Войдите, пожалуйста, вы тоже. Хорошо. Остальных прошу покинуть помещение. Жаль. Извините. Вы к кому? Я врач этого участка. У вас вызов? Да. В другую квартиру. Входите, пожалуйста. Я на лестнице увидела людей. Добрый день. Капитан Соколовский, вы нам не поможете кое-что выяснить? Пожалуйста. Только не знаю, чем смогу помочь. Вы были знакомы с покойной? Да, грубо. Была моей пациенткой. Взгляните, и вы тоже гражданка Баллады. И скажите, все ли вещи грубы на месте?
Что я знаю о ее вещах? Может, вы поможете? Боюсь, что я плохо знаю гардероб Грубы. Тут нет ее коричневого зимнего пальто. Еще? Не вижу ее синего костюма и зеленого жакета. И еще у нее было... Здесь стояла деревянная шкатулка. Однажды она мне показала бриллиантовое ожерелье, бриллиантовые серьги, дорогой браслет и кольцо. Вот это кольцо? Да. Товарищ Соколовский, подойдите, пожалуйста. Товарищ Долманы. Тут женские волосы. Темные волосы. Они вырваны. Убитая, значит, защищалась и, наверное, кричала. Наверное. Но почему-то в комнате у соседки ничего не было слышно. Грубо мне как-то рассказывала, что она с балладой не в ладах. Доктор, ну имейте же совесть. Что вас заинтересовало? Посмотрите на эту сигарету Рига. Закурили и бросили. Расточительный курильщик. Какие сигареты курила Грубы? Грубы, насколько мне известно, никогда не курила. А ведь эти часы были испорчены. Значит, их починили? Их нельзя было починить. Там не было механизма. Спасибо, доктор. Покойная любила литературу для юношества. Это, наверное, девчонка читала. Девчонка? Ну да. У Грубы была жиличка Зента. Как фамилия? Откуда я знаю ее фамилию? Девушка не была прописана. Не является уже несколько дней. А работает где, не знаете? Не знаем. Нет. А мне, как я говорил уже, показалось странным, что ни Грубы, ни она никуда не выходят. А окно все время было открыто. Так. Спасибо. Попробуйте установить, где находилась убитая перед падением. Слушаюсь. Но для этого потребуется время. Доброе утро, коллега. Доброе утро. Варите кофе? Варю. Отличный аромат. Вы еще чувствуете аромат кофе? Еще бы, даже по телефону. Вам налить? Нет, благодарю. Неожиданно будет так трудно разобраться в этом кроссворде. Мы с вами решали задачи и потрудней. А теперь... Нужно вычеркнуть из списка соседку убитой. Да? Волосы в руке убитой не принадлежат Балладе. Тогда меня интересует другое имя. Какое? Зента Лазда. Пропавшая квартирантка? Да. Что вы о ней узнали? Я сегодня был в библиотеке, затем в общежитии. Пока работала на стройке, жила там. Потом встретила какого-то парня по имени Валдис или Вис Валдис. Она сменила работу. Он ей помог найти угол у какой-то своей знакомой или родственницы. А где Лазда сейчас? В Алмьере. Там у нее мать. Пожалуйста, в Алмиру. Здравствуйте, Зента. Я не ошибся? Нет, добрый день. Сегодня работы много? Да. Что вам нужно? Выяснить один вопрос.
Здравствуйте. Здравствуйте. Нам лучше поговорить в машине. Я хочу вас спросить, что случилось с Олидой Грубы, бывшей вашей хозяйкой? Почему вы молчите? Спасибо. Я ничего не знаю. Кто вы такие? Мне нечего говорить. А почему вы сбежали из Риги? Я не сбежала, а вернулась обратно в деревню. Когда вы ушли от Грубы? Вечером, когда вернулась с работы. И когда приехали сюда? Утром первым поездом. Где провели ночь? У подруги. Где живет, как фамилия? Так где вы были ночью? На вокзале. Значит, сбежали? Я не по своей воле. Грубо меня выгнала. А причина? Не знаю, не было причины. Скажите лучше правду, что случилось в квартире Грубо до того, как вы оттуда убежали? Грубо на меня напала. Била, хватала за волосы и кричала, что я ее обокрала. И тогда вы ее ударили? Нет. Почему я ее не ударяла? На осколках обнаружены отпечатки ваших пальцев. Так чем вы ударили? Я не знаю. Кажется, банкой. Банкой или чем-то другим, что стояло тут же рядом на полке. Не помню. А что произошло дальше? Она душила меня. Я сопротивлялась, кричала. И вдруг она убрала руки. Наверное, я ее ударила. Товарищ Долмана? Да. Здравствуйте, это адвокат Робежник. Вы что, и по ночам работаете? Редко, но бывает, что приходится. Что у вас тряслось? Сегодня мне предложили защищать Зенту Лазду. Так. И я хотел бы узнать, когда вы разрешите заглянуть к вам, чтобы поближе ознакомиться с материалами дела. Может, завтра? Пожалуйста, чем скорее, тем лучше. Я утром буду у вас. Хорошо. Благодарю.
чем же вы ее все-таки ударили? Я сказала вам баночкой. Пустой? Нет, там, кажется, была вода. Но на осколках обнаружили серную кислоту. Серную кислоту? Нет, не может быть. Да. Грубо умерла. Но я же не хотела ее убивать. Не хотели. А как попали к вам эти серьги? Я не знаю. Я нашла их в сумке потом, в деревне. Так почему вы не отнесли их в милицию? Врач Страута утверждает, что серьги принадлежали Грубе. У нее было еще ожерелье. Куда оно делось? Я не знаю. Я никакого ожерелья вообще не видела. Не знаю, не знаю. Сначала вы все отрицали, а сейчас пытаетесь меня убедить, что совершили это убийство при самозащите. Но против вас много улик. Вы сегодня уже ознакомились с материалами дела. Вот заключение эксперта о том, что у Грубы в руке были ваши волосы. На осколках банки следы кислоты и отпечатки ваших пальцев. После убийства Грубы ограбили. У вас были найдены браслет и серьги убитые. И вы вдруг сбежали к своей матери. Вы признаете себя виновной в убийстве и ограблении Алиды Грубы? Она первая напала, я защищалась только. Гражданка Лазда, ваша вина доказана. Можно? Пожалуйста. Я ознакомился с материалами следствия. У вас есть возражения? Да. Уведите арестованную. Уведите. Пошли. Я слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Я адвокат Робежник, защитник Зенты Лазды, обвиняемый в убийстве Грубы. Вот как? Мне надо выяснить кое-какие вопросы. Входите. Вы ведь знаете Зенту Лазду? Я видела ее несколько. Здравствуйте. Добрый день. Кто-то был в квартире Грубы, работал в перчатках, что-то искал, наверное. Поехали. Проинформируйте меня потом. Обязательно. Надеюсь, наша сегодняшняя поездка вам по душе? Угу. Очень. Несмотря на то, что я вас похитил. Знаете, женщину против ее воли не так-то легко похитить. Пожалуй, вы правы. И вообще, на что способен современный мужчина? Вот девушки работают на тракторах, строят дома. Вы же так думаете? Ну, в общем-то, да. Вы тоже сильная женщина? Хочу надеяться. Майка, мне необходима ваша помощь. Тогда вам надо прийти в поликлинику. Нет, мне нужна другая помощь от вас. Какая?
Вы хотели когда-нибудь стать актрисой? Чтобы это узнать, вы привезли меня сюда? Я говорю серьезно. Ну, я участвовала когда-то в школьной самодеятельности. А что, если я предложу вам роль? Какую? Приключенческую. Как это понять? Если это ради Зенты Лазды, вы поможете? Не нервничайте. Разве впервые прокурор не утверждает обвинительного заключения? Но если у Лазды есть сообщник, почему она всю вину берет на себя? Это другой вопрос. Но Лазда одна не могла унести из квартиры украденные вещи. Во-вторых, когда мы явились на место происшествия и вскрыли дверь, то ключи грубые Лазды были нами обнаружены в комнате. Значит, есть еще один комплект. У кого? Где? В-третьих, доктор Страут утверждает, что у Грубы в комнате заменены часы. Кто это сделал? Почему? В-четвертых, какой-то неизвестный там курил сигарету Рига. И в-пятых, что этот таинственный человек мог искать в опечатанной квартире Грубы? Стоп! Увеличьте. На полу возле буфета пятна от серной кислоты не обнаружены. А если Лазда ее била, находясь у буфета, то должна была пролить кислоту на пол? Стоп! Ага. Зато на обивке кресла есть дыры от кислоты. Как это могло произойти? Непонятно. Выходит, что грубая об кислотой, когда она в кресле сидела. Она могла потом упасть в кресло. Ее бы там и нашли, а убитая была... Поедем еще раз на место происшествия. Здравствуйте, товарищи милиционеры. Здравствуйте. Опять ко мне. Выходит, так. Решили проведать старых знакомых. Ну что ж, тогда заходите, пожалуйста. А вы уже успели перебраться сюда? Да, слава богу, на прошлой неделе нам все оформили. Из вещей тоже кое-что. Ну, теперь вам хорошо живется. Ну что вы, мучаюсь по-прежнему. А почему? Потому что муж давно уже ничего не присылает, уехал и забыл нас. А мне детей кормить, поить, одевать. А когда он уехал? Ну, как сказать, может... Ему надоели ссоры с Грубы. Какие ссоры? Неужели вы с ней ни разу не поссорились? Что вы? Когда Арвид завербовался на гидростанцию, Груба уже была... А ваш муж часто ездит в командировки? Да. Я мужа подолгу не вижу. Он мало бывает дома. Почему? Потому что до того, как поехать на электростанцию, он вкалывал в Кулдиге. И долго он был там? Почти весь июнь. И за весь месяц он ни разу не приезжал сюда? Ни разу. Чего ему мотаться зря? Мне ее муж подозрителен. Придется еще раз все проверить. О! Здравствуйте. 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 Что-нибудь нашли? Разве что-нибудь пропало? Вы все шутите. Скажите, из-за чего Баллады ссорилась с Грубой? Да они обе хороши. Знаете, Груба всегда очень важничала. Только с докторшей она была любезна. А почему Баллада назвала ее спекулянткой? Да были причины. Последние годы я ничего не замечал. Но бывали у нее прежде разные мужчины, моряки. Расшумелся как-то матрос с датского или шведского корабля. Я прибежал, думал, убили. В июне Арвид Баладис был в Риге? Нет, в июне его, по-моему, не было. Да. Он приезжал в ту ночь, когда убили Грубы. Мы провожали гостей. Я вам говорил, что где-то наверху кричали, а машина Арвида стояла у ворот. Спасибо. До свидания. Всего доброго. До свидания. Простите, где я мог бы найти шофера Арвида Баладиса? У вас к нему личное дело? Да, безусловно. Нет его.
А вы бы мне не могли сказать, где его найти? Окажите любезность, прошу вас. Любезность? Зачем вам этот тип? Пьяница. Хорошо, что избавились. Значит, он уже не работает здесь? Ага, уволился. Что с ним случилось? На днях ехал из Кулдиги и превысил скорость. Инспектор его, конечно, остановил и составил протокол. А он обиделся. Куда же он мог деваться? Не знаю. Он всегда мою машину чинил, теперь надо найти другого. Может, вы мне поможете? Хорошо, я помогу. Не обязательно баловаться. У нас все шоферы умеют чинить машины. Пожалуйста, я вам сейчас позову его напарника. Благодарю. Альфред! Тебя ждут. Здравствуйте. Привет. Что случилось? Что-то мотор барахлит, наверное, карбюратор. Откройте капот. Меня обычно выручал ваш коллега Баладис. Хваткий мужик. Заводите. Что вы хотите? Работает? Вот так всегда бывает. Когда мастер стоит рядом, машины заводятся. Скажите, пожалуйста, когда с моим другом Баладисом случилась эта история? Это было в воскресенье. Мы все ехали на гонки. 11 июня. Ага. Агат? Да. Это мой камень. У каждого человека есть свой счастливый камень. У одного аметист, у другого, скажем, нефрит или топаз. Вы хорошо разбираетесь в камнях. Мне они нравятся. Но вам бы больше пошли драгоценные камни. Сапфир, изумруд, рубин. Кому они не пошли бы? Но такие украшения слишком дороги. Смотря для кого. Я видела одно чудесное ожерелье. Жемчуг и бриллианты, схваченные золотым ажурным плетением. 18 век. Но, к сожалению... Что, к сожалению? Оно не мое. Да. Она мне сказала однажды, что вы очень вспыльчивы, но добры. Раскаивалась, что вас обижала. Не похоже. Грубые всегда были гнусными рвачами, грабили кого только могли. Ведь может для человека наступить минута, когда он пересматривает свою жизнь? Я никогда не верил ей. Никогда. Еще в старое время, когда у нее был на Гертрудинской цветочный магазин, она всегда надувала меня. Нет, я не допускаю этой мысли. Она мне много говорила о вас и о сыне. Да ей не нужны были родные. Она была помешана на деньгах. Кому еще, кроме вас, было известно, что у нее есть драгоценность? Не знаю. Грубо не любила распространяться о своих делах. Не думаю, чтобы она кому-нибудь проболталась. Как сказать? Мне она показывала бриллиантовое ожерелье с жемчугом. Ожерелье? Да, жемчуг и бриллианты в оправе из золотого плетения. Да, конечно. Да-да, я его помню. Странно, что такое могло сохраниться до наших дней. А,
имеете в виду это? Да. Да, эти бриллианты Алиде подарил Линде. Линда, говорят, был богатым человеком. О, да. Крупный делец. Алида от него немало получила. Выпьете со мной кофе? Спасибо, да. Если можно. Надо согреться. Я сейчас. Просто мне... Вы приехали одна? Безусловно. Спасибо. Вы были великолепны. Не знаю. Боюсь, что Джеймс Бонд из меня не получится. Ну, я не уверен, что Джеймс Бонд смог бы раздобыть эту фотографию. Как вы узнали, что Таубе родственник покойной? Меня всегда прельщала профессия следователя. Но поговорим о чем-нибудь другом. Расскажите что-нибудь о себе. Другой раз. Не хочется, когда льет дождь. Ну, хорошо. Хоть бы погода исправилась. У нас на работе устраивают экскурсию. Вы бы не хотели присоединиться? С удовольствием. Только не знаю, буду ли я свободен. Извините, я говорю с Эмилией Ласдой. Я хочу узнать, как повидать вашу дочь Зенту. Ее оформили на работу, она вдруг пропала куда-то. Ой, подумать только, неужели какой кошмар? Ну что ж тогда... Да, скажите, пожалуйста, день суда уже объявлен? Ах, так. Прошу прощения. Ну, договорились? Да, но мы с вами должны поехать в Елгову и решить на месте, что из вещей будем брать, а что нет. Ну что ж, поедем. Ой, извините. Разрешите идти? Идите. Вы бы мне не могли сказать, зачем вы меня... Садитесь, пожалуйста. Спасибо, я постою. Я здесь уже с самого утра сижу. Не думаю, что стоя вам будет удобнее разговаривать. Разговаривать? Значит, для этого меня притащили сюда. Товарищ Озолин, мы начинаем. Пожалуйста. Пишите, пожалуйста. Имя, фамилия. Задержали, а фамилии не знаете? Ну, раз задержали, значит, нам именно вы нужны. Имя, фамилия? Баладис Арвид Петрович. Из Риги зачем уехали? Чтобы побольше заработать. Вы раньше неплохо зарабатывали, ездили в командировки, работали в Кулдиге. Хороша работа. Вы неверно информированы. Не в Кулдиге, а в лесах под Кулдигой. Ну, пусть в лесах. Все-таки ближе к Риге, можно было приезжать домой. Ну и что? Чего я там не видел? И тем не менее, вы иногда приезжали в Ригу. Кто вам сказал? Известно, что вы здесь были 11 июня ночью. Кто докажет? Дворник видел вашу машину на улице. Врет или спутал машины. Может, ошибался и автоинспектор, который задержал вас по дороге в Ригу? Расскажите, что вы делали в Риге 11 июня ночью? Как-то в последних числах мая я встретил друга. Вот он-то и придумал бизнес.
Он мне просигналил в Кулдигу. Мы сразу забрали товар и вечером были уже в Риге. Черт бы побрал этих автоинспекторов. У понтонного моста ждал мой компаньон, а с ним два парня. А зачем парни? Грузить товар. А много было его? 3 тонны. Чего? Помидоров. Какие помидоры? Я же вам сказал, я их привез из Кулдиги. Мой компаньон все продал у себя в ларьке. Ну, прибыль пополам. Дальше? А вечером пошел домой. Надо же было выспаться, чтобы выехать на рассвете. Продолжайте. Здравствуйте. Здравствуйте. Садитесь. Спасибо. В июне ваш муж приезжал из Кулдиги? Нет, не приезжал. Брось. Тут уже все знают. Вот тебе на. Но ведь ты сам заставлял меня так говорить. Бросить грозился. Значит, он был дома с 11 на 12 июня. Да, был. Был он дома. Приехал пьяный и грязный, и девочку напугал. Какую девочку? Да мою младшую. Бедняжка до того испугалась, что стала звать на помощь. Она громко кричала? Я думаю, каждому из нас стало бы страшно, если бы вдруг пьяный на нас набросился. Раньше вы утверждали, что не слышали криков в ту ночь. Вы спрашивали меня про комнату Грубе. Валмерское отделение милиции, дежурный слушает. Дайте точные сведения, когда Зента Лазда приехала к своей матери, сколько времени находилась там. Слушаюсь. Как попали вещи Грубе к вам в шкаф? Понимаете, она... Подарила вам? Нет. Значит, сами взяли? Нет. А как же? Да, видите ли, когда нотариус с наследником пришли, то он не взял ее платьев. Он сказал, что оставит тряпки, потому что они ему не нужны. Вы говорите о Вольдемаре Лапине? Да. Зента Лазда поездом приехала сюда 11 июня, примерно около 12 часов, и никуда больше не уезжала. В прошлый четверг неизвестная женщина звонила в правление колхоза, и мать Зенты Лазды сообщила ей об аресте дочери. Спасибо. Арвид Баладис только спекулировал овощами, очевидно, не имеет отношения к убийству. Оно было совершено в июне в ночь с 11 на 12. Лазда 11 июня не вышла на работу. Ее мать утверждает, что она 11 утром была уже у нее. Сохранился билет. Далее. Арвид Баладис был дома только в ночь с 11 на 12 июня. Так что вместе они не могли этого сделать. Завтра пораньше верни машину, чтобы я успел на работу. Договорились. И не забудь купить новый аккумулятор. А мне велюровые джинсы. О чем ты говоришь? Все будет в ажуре. Чао. Счастливо. У одного человека есть, говорят, старинные украшения. Ты, может, узнаешь, не продаст ли он бриллиантовое кольцо или жемчуг? Ого. Теперь я вижу, сестричка, что ты всерьез занялась облицовкой фасада. Перестань, Олдес. Он работает в газовом управлении. Зовут Вольдемар Лапень. Тут важно другое. Ты мне скажи, твой этот Лапень на меня не разорется? Это полностью зависит от тебя. Извините, пожалуйста, что помешали вам. Но вы можете нам помочь выяснить некоторые вопросы, связанные с гибелью Алиды Грубе. Я понимаю, что вам нелегко. Вы же ее двоюродный брат, то есть близкий родственник. Близкий. Присаживайтесь. Спасибо. У этой твари не было близких. Убили ее и правильно сделали. Вы не удивляйтесь, что я так. Мне нечего бояться. Прокурор пытается найти убийцу. Знаете, товарищи, мне до этого нет дела. Угощайтесь. Благодарю.
Я понимаю вашу обиду. В завещании вас обошли. Все получил этот парень. Прошу. Спасибо. Какой еще парень? Ну, тот, кому она все завещала. Пожалуйста. Вольдемар Лапин. Этот Вольдемар ее внебрачный сын. Чужие люди вырастили его, от того и фамилия другая. Кто его отец? Разве это важно? Нам надо знать. У вас есть причины скрывать это? Мне нечем скрывать. Если это вас интересует, Рудольф Линде. Линде? Да, промышленник Линде. А, о нем я слыхал уже. Ведь он был намного старше Грубе. Ну и подумаешь, человек был до того богат. Один из самых богатых людей в Латвии. И золото, и камешков, килограммы. Вы видели эти драгоценности? Нет. Мне о них Алида рассказывала. А в конце войны он сбежал за границу? Он написал из Австралии, что работает там шофером. Шофером? Да. Наверное, у Грубы было немало всяких ценностей. А Вольдемар знал об этом? Я его как-то спросил, получил ли он что-нибудь из папашиного добра, но Вольдемар сказал мне, что это его не волнует. Не может быть, чтобы золото и бриллианты не волновали. Когда произошел этот разговор? В мае. И после этого в июне? Умирает Алида. А Вольдемар себе покупает машину. Значит, вы полагаете? Я ничего не полагаю. Она могла довериться и чужим. Недавно сюда приезжала одна девушка. Девушка? Ее интересовало ожерелье Алиды. Она видела его. Скажите, как ее фамилия? Не знаю. А выглядела она как? Да вроде. Вроде симпатичная. Когда вы в последний раз видели свою мать? Где-то в начале июня. А при каких обстоятельствах? Она мне позвонила. Просила привезти к ней Эльфриду Краузе. Эльфриду Краузе? Да. Год рождения этой Краузе. Ну, примерно. Сколько ей лет? Наверное, 50 с чем-то. Где она живет? На Садовой. Я номер не помню, но дом знаю. Можете показать? Да. Крауза пропала без вести. Исчезновение зарегистрировано 16 июня сего года. Последний раз ее видели 10 июня с каким-то молодым человеком. Здесь ее квартира. Сядьте, пожалуйста. Хорошо, спасибо. Что Краузе взяла с собой, когда поехала с вами? Сумочку, кажется. Куда вы отвезли Краузе? В кафе. Как мать просила, там они и встретились. На чем вы ее везли?
На такси. У вас ведь есть своя машина. Тогда еще не было. Ах так. Я вас попрошу найти ее фотографию. Вот она. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы свободны, Лапинь. Могу идти? Если понадобитесь, мы вас вызовем. А вы, пожалуйста, подождите немного. Я посижу там. Мы будем рядом. Крауза. Ну как? Зенту Лазду устроил у Грубы какой-то парень. Может, Лапинь? Да, возможно. Новая цепь, значит. Зенту Лазду, Вольдемар Лапинь и теперь еще Эльфреда Краузе. Прочтите эту бумажку. Плата за пользование землей. Получена от Риты Гутманы, Марии Мэй, Рыбачья улица, 39. Это в Эстонии? Недалеко от Таллина. А деньги внесла Краузе. И, может быть, она там. Да, и, наверное, к делу Грубы она тоже причастна. Эту версию надо срочно проверить. Что вы предлагаете? Я считаю, что нужна эксгумация и повторная аутопсия. А я займусь вот этим счетом. Ну что? Мы нашли то, что в ее амбулаторной карточке не указано. У нее был ярко выраженный улкус вентрикули, язва желудка. Видно, сама ее лечила. А вот в сосудах никаких следов гипертонии мы не обнаружили. Однако интересно, что в тканях мы нашли веронал в очень большом количестве. Отравили? Нет, только усыпили. Убили ее потом. Вот заключение. Спасибо. Совсем неожиданный поворот. Кто-то пытался одурачить нас. Кто же убитая? Выходит, Лазда не виновата? Встаньте здесь. Можно? Пожалуйста. Входите. Садитесь, пожалуйста. Зента, я думаю, вы понимаете, что в нашей работе главное установить истину. Иногда это бывает очень трудно. Ведь нужны доказательства, факты. На этот раз факты были против вас. Да и вы сами тоже отнеслись с недоверием ко мне. Путались часто. Ну да. Противоречили себе. Я страшно испугалась, когда узнала. Думала, что вы мне не поверите. К величайшему нашему сожалению, есть случаи, в которых трудно разобраться. Нелегко бывает добраться до истины. Вот и сейчас мы имеем дело с опасным и коварным преступником. Он действовал так ловко, что все улики были направлены против вас. Может быть, у вас есть какие-нибудь подозрения? Нет, я понятия не имею, кто это сделал. Здесь вот распишитесь, Зента. А что это? Решение о вашем освобождении. Зента, пока мы ищем преступника, поживите, пожалуйста, у своей матери. Хорошо. Спасибо. Вы увидите сейчас одну из самых больших мототрасс в Советском Союзе. Она давно известна любителям мотоспорта всей Европы. Эту трассу вы видели в кинокомедии «Озорные повороты», где одну из главных ролей
исполнял наш киноактер Гарри Лепень. А сейчас посмотрите туда, на Пириту. Этот райский уголок под Таллином для любителей водного спорта незаменим. Здесь отличный пляж, несколько яхт-клубов, лодочные станции и еще много интересных и привлекательных мест. По краям шоссе видны индивидуальные домики. Многие из них оригинальны по своей архитектуре и хорошо вписываются в пейзаж. А сейчас мы приближаемся к так называемому домику чистой совести. Любопытно, что из окон широкого фасада перед вами открывается замечательный вид. С этой стороны... Остановите, пожалуйста, автобус. Как это остановить? Штраут, Штраут, что с вами? Куда вы? Прошу вас, остановить. Нельзя так. Что случилось? Куда же вы, Штраут? Дайте мне, пожалуйста, мою сумку. Экскурсия еще не закончена. Пожалуйста, не возьмите. Надо. Не надо выйти. Ждать мы вас не будем, имейте это в виду. Что с ней стряслось? Ничего не понимаю. С ума сошла. Нужна, наверное, Гутмана. А? Да. Она живет здесь одна? Одна, но она почти здесь не бывает. Приезжает иногда на недельку-другую и опять уезжает. Она мне очень нужна. Я ее только что видела. Она вышла, села в автобус и уехала. Я не думаю, что она сегодня еще сюда вернется. Но вы можете подождать. До свидания. Жаль. Благодарю. Ну, чего ты такой кислый? Да так. А ты мне так и не сказал, есть ли у тебя эти безделушки. О ценности. Я ведь, как ты знаешь, не ювелир, а инженер. Но мне хотя бы колечко. Но старинное. Сестра помешалась на этом. Тогда тебе нужно поехать в Южную Африку. Там и золото, и бриллианты найдешь. Ну, мы с тобой еще поговорим. Сколько же прошла ваша машина? 12500. Курите. Так мало. Совсем новенькая. Если будете загонять, то лучше в Эстонии. Цены там выше. Ну, девочки, куда пойдем? На автодром. На автодром, конечно. Ну что, вставайте. Хорошая пойдем. Идея. Пойди-ка сюда. Я вас догоню. Угу, хорошо. Идем, Вёлка. Кто этот мультимиллионер? Твой знакомый? Да вроде. Я его уговариваю камни продать. Что ты вопишь? А что? Это надо делать втихаря. Кто это Гутмана и Сталина? И почему Крауз оплачивал ее счета за дом в Эстонии? Вот Гутмана. Вчера получили из Сталина. Что? Прикажите следить за ней, только не спугните. Я сказал тебе, нет у меня никаких драгоценностей. Я бы не пожалел, но где взять? А мне что прикажешь сказать сестре? Ведь она меня выгонит из дому. Не выгонит, не бойся. И вообще, хватит говорить об этом, Улдос. Не буду. Но тогда поднимемся наверх, послушаем музыку и еще немножечко поболтаем. Пошли? Не могу. Я зайду в другой раз. Моя сестра вернулась. Ну, будь здоров. Что случилось? Почему ты вернулась? Идем наверх. Я тебе все расскажу. Идем. Ну, в чем дело? Если б ты знал, кого я видела в Эстонии. Кого? Алиду Грубе. Тебе, видно, померещилось. Честное слово. Мы ехали по Рыбачьей улице в Марьиме. Я даже номер запомнила. 39. Что ты собираешься делать? Заявить? Конечно.
Алло. Доброе утро. А, Майга, доброе утро. Я в Эстонии видела Грубе. Кого? Грубе. Ты уверена? Абсолютно. Она живет в Марьеме, Рыбачья улица, 39. Слушай, Майга. Да. Иди немедленно в прокуратуру. Граждане, дайте же пройти. Надо скорую помощь. Нет. Красный москвич 8041. Он уехал туда. Я тоже это видела. В ту сторону. Туда, туда. А он летел прямо на нее. Надо его поймать. Бедная девушка. Он уехал в ту сторону. Прокуратура. Товарищ Долмана? Да, я слушаю. Говорят из городской больницы. К нам поступила женщина, сбитая машиной. Обратитесь в милицию. Она хочет. Как, меня? Да. Кто она? Страута. Страута? Цвета был москвич. Красного. Я его заметила еще из автобуса. Мне даже показалось, что это Робежник. Вы знакомы с Робежником? Да. Кому вы рассказывали о том, что видели в Эстонии? Брату. Он не мог понять, что меня заставило Тардену вернуться. Вы беседовали на улице? Нет, в подъезде. Поблизости не было посторонних? Нет. Кажется, нет. Кому вы еще рассказывали об этом? Нет. Нет. Это невозможно. А все-таки? Я позвонила Робежнику. Юридическая консультация? Да. Можно адвоката Робежника? Его нет. Его сегодня не было? Нет. Простите. Пожалуйста. Дежурный слушает. Алло? Да. Товарища Соколовского, пожалуйста. Я слушаю. Соколовский, здравствуйте. Здравствуйте. Поручите вашим ребятам установить, где сегодня с 10 до 12 были Улде Страут, Вольдемар Лапень и старик Таубе. Таубе? Да, Таубе. Хорошо. Да, и еще необходимо выяснить, где сейчас находится адвокат Робежник.
Значит, Страута сказала, что разговор происходил в подъезде? Да. Может, кто-нибудь подслушал? Это вполне возможно. Ну, кто именно? Пошли во двор, этим играть в прятки. Нет, я хочу в классе. Нет, лучше в прятки. Вероятнее всего, кто-то из жильцов. И это возможно. Вот эта фамилия мне вроде знакома. Инус? Не помню. Товарищ Соколовский. Да? А, опять эти недокуренные сигареты. Здесь кто-то долго стоял. Возьмем на экспертизу. Выйдем немедленно в Эстонию. Я только позвоню прокурору, проинформирую его. Нашли красный москвич? Нет, но мы окружили весь район. Его номер? Подделан. Под этим номером зарегистрирована зеленая Волга. Все дорожные инспекции предупреждены. Спасибо, понял. Старший автоинспектор Крумень. Ваши права, пожалуйста. Откройте капот. Пожалуйста. Можете ехать. Постарайтесь все выяснить. Что известно о Таубе? На рассвете ушел в лес, а Робошник так и не появлялся. А Вольдемар Лапин? Еще вчера взял служебную машину, чтобы сегодня утром объехать участок. Мы его ищем. Ну, благодарю. Нет москвича. Да. Наверное, поехал по другой дороге. Скорее всего, так. Что будем делать? Что будем делать? Ждать? Поедем? Или прямо ехать? Попробуем прямо. Нам надо выиграть время. Thank you.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вам кого? Вас, госпожа группа. К сожалению, вы перепутали адрес. Не думаю. Но здесь нет никакой группы. Правда? Слушайте, что вам нужно, собственно говоря? Хочу передать вам привет от господина Рудольфа Линде. Я такого не знаю. Напрасно вы так легко забываете старых друзей. Кто ее вам дал? Серьезные разговоры обычно ведутся за круглым столом. Что ж, сядем. Ожерелье еще у вас? Какое ожерелье? Я говорю о старинном ожерелье с жемчугом и бриллиантами, которое Линда вам когда-то подарил. Вам это все рассказал тот же человек, который дал фотографию? Мне это сообщил Рудольф Линда, чтобы вы поверили, что я действительно пришел от него. Ну а где сейчас сам господин Линда? У него маленькая трикотажная фабрика. Он мог бы расширить производство, если бы вы вернули ему его золото и драгоценности. Вы могли бы стать его компаньоном и от прибыли получать неплохие проценты. Металл не используйте с толком. А там будете жить без забот, обеспеченные старости. Главное, никто не спросит, откуда у вас такие деньги. Ну, конечно, это же так просто. Надо зайти в банк, достать из своего сейфа бриллианты, взять билет и уехать. Я знаю людей, которые уже кое-кого доставили на проходящие иностранные суда. Платить надо, конечно, в твердой валюте. Кстати, это для вас единственный выход. Единственный выход? Да. Если вы откажетесь, я уполномочен принять сообщие меры. Теперь все ясно. В Риге пыталась меня ограбить. Вас подослал Альфред. Я такого не знаю. Вы лжете. Но обмануть меня вам не удастся. Вы не уйдете отсюда. Успокойтесь, со мной лучше не ссориться. У одного человека осталось письмо, адресованное прокурору. В этом письме весьма красочно изложена вся ваша жизнь. Подождите. Подождите. Я все поняла. Но видите ли, у меня в доме сейчас нет ничего. Приходите на будущей неделе. Что вы? Так долго я не могу здесь сидеть. Мы поедем сейчас. Нет. Вы отказываетесь? Альфред! Значит, все-таки одна банда. Подождите, стойте на месте! Ну что, проклятая? Решила прикарманить всю нашу валюту. Послушай, думала, что меня можно обмануть. Змея! А ну, тихо, чтобы ни звука. Ну, выкладывай деньги, а заодно и камешки господина Линда, а то я тебе сейчас глотку перережу. Руки вверх!
К воротам. Есть. В сад. Есть. Кажется, мы опоздали. Портфель Робежника. Черт побери, теперь нам придется его разыскивать. Случайно не видели машину? Видела, 5 минут тому назад. Марку машины не заметили? Серые «Жигули». Сколько человек было в серых «Жигулях»? Не обратила на это внимания. А вы красного москвича здесь не видели? Москвич гнался за «Жигулями» по той улице. Красный москвич обнаружен. Номер подделан. 8091. Одну минутку. Еще раз, пожалуйста, я запишу номер машины. 8091 переделан на 8041. Четвертый. Четвертый. Четвертый слушает. Дорогу в квадрате Б перекрыть. Есть. Внимание, внимание! Всем оперативным машинам! Объект покидает 18-й квадрат. Движется в сторону Пярну по центральной трассе. Третий и четвертый, следуйте за ним. Шестой и седьмой, перекройте на перекрестке дорогу. Блокируйте границы квадрата. Допустим.
я сопротивлялся, бежал. Но то, что я сбил кого-то, это неправда. Врача Страута сбил красный москвич с государственным номером 8091, который вы у себя в гараже ловко переделали на 8041. Докажите. Пожалуйста. На машине остались отпечатки ваших пальцев. Почему вы сбили Страута? Какую Страута? Врача Страута, который живет в одном доме с вашим отцом, и брату которой вы всегда помогали ремонтировать его машину «Жигули». Разве это запрещено законом? К чему вы гнете? К тому, что вы знаете Страутов. Допустим, что из этого? Объясню. Вчера в подъезде вы были свидетелем разговора доктора Страута с ее братом. Так вы узнали, что Груба жива. На другой день вы выехали в Эстонию, чтобы отобрать у Грубы драгоценности. Но сперва попытались убрать Страуту, чтобы помешать ей сообщить прокуратуру. У вас богатая фантазия. Между прочим, такие необычные окурки мы нашли как раз в подъезде, где живут Страуты. Ну и что? Мы их отправили на экспертизу. Не сомневаюсь, там подтвердят, курили вы. А что связывало вас с Грубой? Никакой Грубой я не знаю. Да? Но почему вы тогда были в ее доме несколько часов назад? Ошибаетесь, я не знаком с ней и не был у нее. Одну минутку. Коллега, что с вами случилось? Нашему частному детективу не повезло. Он наткнулся на этого гражданина в тот момент, когда ради своей подзащитной Зенты Лазды не совсем пригодными средствами пытался разоблачить Грубе. Вы, видно, хотели объединить работу адвоката и следователя. Да, я немного перестал. Товарищ капитан, разрешите? Иду. Все дороги перекрыты. Аэропорт и вокзалы предупреждены. Остается только ждать. А Грубы что остается? Двигаться дальше. На какой-нибудь попутной машине. Или поблизости затаиться. Один путь вы не учли. Какой? Добрый вечер. Готовитесь выйти в море? Да, хочу подышать немного воздухом. А в море он чище. Я бы не прочь вас пригласить. Для вас местечко найдется. Ночь, по-моему, лучше провести здесь, на берегу. Нет, я хозяйка дома и обязана принимать решение. А гость должен мне подчиняться. Так что не стоит спорить. Мы покатаемся несколько дней на яхте, а потом расстанемся. А вдруг мне и расставаться не захочется? Вы мне нравитесь. Но это может все облегчить. Хватит, Грубе. Следуйте за мной. Оказать сопротивление такому мужчине было бы глупостью. Ваши годы нельзя так бегать. Можно получить инфаркт. Ну, вам-то это, я думаю,
Безразлично. Как вы узнали, что у Груба есть драгоценности? Я не понимаю, о чем вы говорите. О том, что вы приходили к Грубу в начале июня, а потом еще раз среди ночи, когда вскрыли опечатанную дверь. Ничего этого не было. Вы там оставили окурок сигареты Рига. Вы слишком много курите. Это вредно. Вот, однажды мне захотелось передохнуть, я пошел к Таубе. Таубе? У которого вы жили после выхода из заключения? Да. Там у него я и увидел. Эти бронзовые часы. Ну и что? Старый Таубе рассказал мне потом про какие-то драгоценности, которые хранятся у Грубы в таких же точно бронзовых часах. С этого все и началось. Инус, узнав от Таубе, что у его старой компаньонки по валютным спекуляциям Алиды Грубе есть драгоценности, является к ней и тайком заменяет одни часы другими. Но убедившись, что часы Грубе пусты, начинает ее шантажировать. Она велит ему прийти через неделю. Тем временем Грубо осуществляет дьявольский план. Мать попросила привезти в кафе Эльфриду Крауза. Крауза ведь была единственной, кто знал, что Грубо принадлежит им в Эстонии. Этим она была опасна для Грубо, ибо могла раскрыть ее тайное убежище. Я помню, что когда-то Крауза работала продавщицей у Грубо в ее магазине. И после войны Эльфрида Краузе не порвала со своей бывшей хозяйкой, а вместе с ней спекулировала валютой. Так что же произошло? Сидя в кафе, Грубо уговаривает Краузе зайти к ней домой, а там в тот день все благоприятствует выполнению преступного замысла. Грубо своей бывшей продавщице подает кофе, в который подмешан веронал. Когда Краузе засыпает в кресле, Грубо ставит перед ней ширму и собирает вещи Лазды. Она подсовывает в ее сумку свои серьги, браслет и другие предметы. Когда я пришла, она на меня вдруг напала, вцепилась в волосы и стала кричать. Я успела заметить, что ширмой в тот день был отгорожен угол, где обычно стоит кресло. После ухода Зенты Лазды обвиняемая обливает Краузе раствором серной кислоты, потом стаскивает ее на пол и кладет ей в руку волосы девушки. Вот почему ни у кого не возникло подозрения, что убита не Грубе, а другая женщина. Как Инус, так и Грубе из-за своей алчности были готовы совершить самые тяжкие преступления. Поэтому в интересах нашего социалистического общества я прошу суд применить к обоим всю суровость закона. Товарищ Робожник, извините. Я вас слушаю. В тот день, когда я вас просил защищать Зенту, я понятия не имел, что это будет так сложно. Да, был момент, когда мне самому грозили неприятности. Я понимаю, как много вы сделали. Я и вас тоже подозревал. Я это знал. Это понятно. До свидания. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Не спешите, товарищ Долмана. Суд еще не вынес приговора, но вы получите полное удовлетворение. Но вы разве не испытываете удовлетворение от того, что при вашей помощи кривая преступлений ползет вниз? Еще бы. Но ведь я человек азартный. Меня всякое дело волнует только пока идет поиск преступника. Вам нужно поменять профессию. Я всегда пытаюсь объединять работу следователя с работой адвоката. Люблю активные действия. Может быть, вы нам готовите очередной сюрприз? Да, мы едем в горы. И будем там разыскивать не старые фотографии ожерелья с бриллиантами, а новые дороги. Ах, новые дороги. Это неплохо. Да, когда идешь с хорошим проводником. Значит, все мы немножко искатели. Это лучшее, что человек может делать. Счастливого пути. Всего хорошего. Спасибо. Они едут в горы, что в таком случае остается нам? Мне кажется, что пока готовится приговор, можно выпить кофе. Правильно, превосходная идея. Идемте.